До цірабління льна приступили у сельнозаводы в области на Могилевщине. Нагадаем, их 4 у Хотимску, Горка, Шклове и Мстиславе. Культуру, якую называют еще белорусский шоук, вырошивают только заводы и на площах, что рандуют у сельгаспредприемствах. Терабить лен значит рвать его с земли разом с корнем. По словам специалистов, льно-соломка будет лежать на поле, покуль не перетворится у льно-трасту. При сприяльных умовах, теплое надворье и ранешняя роса, проз 2 тыдни можно будет сбирать культуру у рулоны для дальнейшей перепроцовки. Летость, до прикладу, за засухи процесс вылеживания тягнулся месяц. Если хороший лен, то его несложно убирать. А если где полеглый, там, покрученный, смотря погода, а если длинный хороший, то его хорошо убирать. Насенье еще не поспело. Лен убирают, как говорят, на зелянец. По словам аграриев, это технологичный прием, який на тротину дозволяет вогуле скоротить термин уборки белорусского шелку. Специалисты удокладняют, миновито на этом поле лен посеяли на проконце красовика, потом ударили морозы, что поплывало на развитие рослин. Меж тем долгунец вырос недренный. По сравнению с прошлым годом это видно урожай. Ну, это достойно. От 80 до метр, ну, в общем, это 10, это считается, это оптимальная это длина, это при которой можно получить это положительную это рентабельность, это производство. От возделывания, от условий льна, от приготовления это льно тресты, от уборки, от хранения и от переработки. Вот это именно, чтобы это составляющее, это что влияет на качество льноволокна. Мы приступили до уборки, это фазу, это зеленой спелости. У Могилевской области лен посеян на площади около 8,5 тысяч гектаров. Его терабление только началось, а на некоторых полях культура еще поспевает. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, новини региона.